Всем привет! С вами Дмитрий, вы находитесь на канале Реальный Let's Play, и мы продолжаем проходить игру Red Dead Redemption 2. Первая часть Колтер, мы с вами ее прошли, остановились после нахождения малыша Джона. Ну что, давай посмотрим, что нас сегодня ждет. На улице, как всегда, холод, снег, но... Наш герой не унывает. Вон они, заснеженные елочки. Пойдем сюда. Начнем. Вот здесь. Что у нас здесь? Кто у нас? Мистер Пирсон, по-моему, да? Мы обеспечены на голодную, обречены на голодную смерть, мистер Морган. Пирсон. Все не так плохо. Начало исхода. У нас всего несколько банок консервов и кролик. А насколько? 10-12 человек? Когда я служил на флоте, я не хочу знать, что там было у вас на флоте, мистер Пирсон. Однажды нас носило по морю. Целых 50 дней. И вы, к сожалению, выжили. Когда мы убегали из Блэквотера, нам не удалось захватить припасы. Когда за тобой гонятся федеральные агенты, приходится отказываться от походов за покупками. Мы выживем. Мы всегда выживаем. Если будет совсем туго, съедим вас. Вы ведь самый толстый. Я послал Ленни с Биллом на охоту, но они вернулись с пустыми руками. Но Ленни скорее книжный червь, чем охотник. А Билл дурак. Если только эти горы не кишат дичью, которая любит... Не стоит удивляться, что они там что-то найдут. Ну, хватит. Мы пойдем и добудем что-нибудь. Пошли, Артур. Погодите-ка минутку. Вот. Вам ведь будет нужно чем-то перекусить. Соленые потроха? Уж лучше голодать. Давай, пошли. Ты не можешь охотиться, у тебя же рука. Я не могу сидеть здесь, слушая вашу ругань. Если в этих холмах есть дичь, я ее найду. А ты ее бьешь. Тебе надо отдохнуть, Чарльз. По-твоему, это отдых? Идем. Ну, пойдем. Видимо, займемся охотой. Вот, держи. Я не могу стрелять, так что придется тебе. Ты шутишь? Если пальнешь, распугаешь всех зверей на много миль вокруг. А учиться никогда не поздно, как я полагаю. Пойдем, следуйте за Чарльзом. Пойдем, нам сюда. Так, мы получили соленые потроха. Так, поговорить с Чарльзом мы вроде как ни о чем не можем. Как ты, Чарльз? Я в порядке, только вот рука. Глупая ошибка. До сих пор болит? Через день-два перестанет. Просто сейчас я не могу натянуть тетиву. Кто бы мне самому помог? Я так толком это дело не освоил. Ничего, справишься. Как думаешь, тут есть в кого пострелять, кроме Удрисколов? Здесь точно водится зверье. Пирсон просто сам не знает, о чем говорит. Сейчас вроде распогодилось, так что они пойдут искать еду. А, да, посмотри, какая красота. Поехали сюда, заберемся повыше. Ну, поехали, как скажешь. Да, уж дикая пара деньков выдалась. Бегство на север. Потом эта снежная буря. Поиски Джона. На тебя много всего взвалили. Мне жаль, что я не мог сделать больше. Да, я не к тому говорю, просто есть над чем призадуматься. Я так до сих пор и не понял, что произошло на том пароме. Я тоже. Ну, Хавьер мне кое-что рассказал. Скверное дело, конечно. Да. Действительно, дело скверное. Мы с вами, друзья, вчера прочитали дневничок. И дело действительно такое себе. Так, ну что, как далеко мы с вами поедем? Где мы будем искать зверье? Красивые места. Я действительно представляю, как здесь будет красиво, когда распогодится и весна настанет. Вот это будет просто великолепие для глаз.
Тут кое-где растет трава. Это хорошо. Давай поищем в той стороне. Ну, пойдем. Блин, как же здесь красиво. И ветер стих. Это хорошо. Когда совсем нет ветра, плохо. Но если он слишком сильный, они не сойдут с места. А теперь не шуми. Окей. Эй, остановись на секунду. Тут что-то виднеется. Что такое? Что там такое? Ты что-то нашел? Здесь был олень совсем недавно. Кстати, смотри, действительно, следы. Как ты это понял? Давай пешком дальше. Лук тебе понадобится, не оставляй его на лошади. Револьвером ты всех распугаешь. Пойдем заберем лук. Ну, нам нет смысла идти дальше без лука. Так, ну я тебя понял. Вот на лошади берем лук. Стрелы. Выследите оленя, пригнись. Двигайся тихо и медленно. Ну, пойдем. Блин, как же классно, посмотри, а. Посмотри, какой снег клевый, а. Я обалдею. Видишь следы? Вроде вижу. Или нет. Сосредоточься. Так, давайте посмотрим. Сфокусироваться на следах. Нашли. Ну, вот они, по идее. На снегу они заметнее, но как приноровишься, сможешь находить следы и в лесу, и в траве. Вот они. В принципе, можно даже перестать отслеживать. Давай перестанем, посмотрим. И действительно, вроде бы как неплохо видно. Вот они. Так, а здесь вот они. Ваш запах также показывается в режиме «Орлиный глаз». С ума сойти. Так, куда-то... Вот они. Слушай, смотри, классно. Действительно, я как первый раз. Вот они идут. Блин, красиво как, а? Так, а куда дальше? Вот они вроде, да? Или что? Где следы-то, алё? А, вот. О, а вон и олень. Нашли. Вон там. Видишь? Да, вижу. Ты готов стрелять? Постарайся попасть в шею или в голову, чтобы наповал. Ну, давай попробуем. Натяни хорошенько, прежде чем отпускать. Только не перестарайся. Давай попробуем. Быстрее, это уйдет. Так. Шею. Попали. Прекрасно. Попробуй добыть еще одного. Выследите еще одного оленя. Ну, пойдем посмотрим. Так, пойдем по следам. Хотя здесь я уже следов вроде как и не вижу. Нет, тут уже, друзья мои, следов уже нету. Либо я их просто где-то потерял. Но здесь я их не вижу. А, во. Вот здесь есть. Давай пройдем по елочке. Снег повалил. А вон, я вижу на том берегу их еще. Так, стрелу заберем. Вот он, бедняга олень. Но так было надо. Так было задумано. Вон он, еще один. Давай пройдем вот к этим елочкам. Блин, они на нас, наверное, сейчас обратят внимание. Вот, кстати, и следы. Да? Да. Следы идут от... из леса. Давай мы вот здесь... Ой, ничего не вижу. Давай вот здесь затаимся. Вот он. Натянем. И в шею.
Есть. Папа. Молодчина. А этот побежал. Все больше, да? Окей. Ты больше нам лук не нужен, получается. А у тебя рука не развалится? Да, нет, только за плечо, если ее взвалит. Ну, пойдем, заберем оленя. Я возьму того, самого первого. А ты давай затем. Беги за дальним. Я не хочу. Тогда я заберу ту. Да, иди забирай ту. Я не хочу через реку идти. Мокнуть. Зачем мне это надо? Так, R, чтобы поднять тушку. Отличненько. Свистом подозвать лошадь. Ну, давай попробуем. F1, чтобы узнать подробности. Давай попробуем узнать подробности. Белохвостый олень. Общий прогресс 50%. Выслежено 1, убито 2. Белохвостые олени обитают на территории разных штатов, но преимущественно в Вест-Элизабет, Нью-Ганновере и Лемойне. Эти травоядные животные питаются травой, орехами, грибами, ветками и фруктами. Окей. Хорошо. Замечательно. Отлично. Превосходно. Продолжаем. Так, ну что ж ты так долго ко мне бежишь? Друзья, хотели бы погулять по такому лесу? Так, удерживайте, чтобы погрузить. Погрузить. Окей. Отлично. Садимся. Так, а где у нас Чарльз? Он на той стороне вроде. Что-то он там чего-то ждет, непонятно. Я готов ехать, дело за тобой. Давай, поехали. Ну, поехали. Так, туши животных можно доставить Пирсону. Отличного. Это мясо хватит на несколько дней. Нашел-то их ты. Я знал, что ты совладаешь с луком. Все гораздо проще, когда цель не стреляет в ответ. Это точно. Хватит с нас перестрелок. Учитывая, как обстояли дела еще пару дней назад, может, нам наконец улыбнулась удача. Мне кажется, нам нужно сосредоточиться, как убраться с этих гор поскорее. Потерпи. Люди еще не оправились. А ты видел, как замело повозки? Пока хоть немного не оттает, нам их не сдвинуть с места. Пожалуй, ты прав. И даже если мы сможем уехать, что дальше? На нас по-прежнему идет охота. Это большая страна. Мы найдем, где затаиться. Дач с Хози придумывают план. Красивые места, правда. Ты обратил внимание, Пирсон пьет не просыхая. Самого Блэквотера. Мы дали повару 5 минут, чтобы собрать все самое необходимое. А он не захватил с собой ни крошки еды. Хорошо, что мы подстрелили пару оленей. У нас тут много голодных ртов. Еще та девчонка, но... Вряд ли она будет много есть. У нее бешеный взгляд. У тебя бы тоже такой был. Она лишилась мужа, дома. Всего, что у нее было. И что с ней нам здесь делать? Вот выберемся отсюда, встанем на ноги, тогда и видно будет. Может, у нее есть где-то родня? Так вы наткнулись на Одрисколов? Да. Вот уж кого мы меньше всего ожидали тут встретить. Что они за люди, эти Одрисколы? Ты с ними не имел дела? Последние полгода мы редко на них натыкались. Наверное, потому что они больше орудовали здесь. Да, про них ходило много разговоров. Но мы уже много лет пытаемся свести с ними счеты. Это большая банда, злобные ублюдки. Девчата их вожака, отдачи их вожака Кольма связывают типа длинные долгие годы. Это настоящая кровная жажда. Вражда. Что ж такое? Кровная жажда. Вражда. Да, друзья, мы здесь слишком много диалогов. Так, там медведь. Как бы.
Берегись. Впереди медведь. Действительно, лучше не искушать судьбу и потихонечку, наверное, куда-то отойти. Думаю, эта дверь очень голодна. Держись подальше. Сюда, срежем путь. Ну, пойдем. Ой-ой-ой, напугалась. Тихо. Да. Давай, успокойся. Мы с тобой никогда раньше столько не общались. Сколько ты уже с нами? 5-6 месяцев? Что-то вроде того. Ты, наверное, не ожидал такого. Чего? Да всего этого. Придется бежать из Блэквотера, прятаться здесь. Рано или поздно все должно было пойти наперекосяк. Так устроена жизнь. Я просто думаю, почему ты до сих пор с нами? Друзья, я, наверное, не буду все озвучивать. Тем более, что сами по себе диалоги более интересны, чем моя озвучка. Most of you do. And for a fellow with a black father and an Indian mother, that ain't normally the case. Well, we need you now. More than ever. Good. And how long have you been with these boys? Why ain't you run off? Me? Oh, 20 years, something like that. Since I was a boy. 20 years? Yeah. Taught me to read. John, too. Taught me a few other things, him and Hosea. Huh. I'm sure. Dutch saved me. Saved most of us. That's why we need to stick by him through this. He always sees us right. Интересно, как далеко нам еще ехать? How's that new horse? Как ты, новая лошадь? He'll do for now. I appreciate you letting me take Taima the other night. She's a strong one. It's been as hard on the horses as on the rest of us. I don't know what Dutch would do if something happened to the Count. Same with Bill and Brown Jack. Блин, ветер такой. He's a drunk, miserable bastard, but he loves that horse. Huh. I hope they all make it. I tried to ride the Count once. Fuck me faster than a bull. Won't take nobody but him. Все, приехали. Так, тушка свисает у нас тут. Так, будем привязывать. Я пойду привяжу Тайму вон там. Ребятки, мы привезли поесть. Так, давай удерживать, чтобы снять оленя. Требуется целая жизнь. Это точно. Чтобы овладеть всеми вот этими особенностями охотника, требуется время. Так, куда бросаем? Сюда? Ну окей. Какой сюрприз! Я застукал на кухне нашу всеми любимую крысу. Разве можно так приветствовать старого друга? Мне кажется, мы уже много дней не разговаривали. Я изо всех сил стараюсь держаться от тебя подальше. На самом деле, он меня любит, да. Выпейте, парни, вы это заслужили.
Это да. Jesus, what is that? Navy rum, sir. Лодки ром, сэр. It's the only thing. The only thing. Отлично. Keeps you sane, it does. Только он помогает сохранить рассудок, ага. You go rest that hand, Charles. I'll be fine in a few days. You mind helping me with the skinning, Mr. Morgan? It's easier if we do it together. You'll get to skin you. You're always one with the jokes, aren't you? Come on. This really isn't a job for a man with a burnt hand. I'll see you both later. Увидимся, давай. Так, ну давай попробуем его освежевать. Подойдите к туше. И освежевать. Так, аккуратненько снимаем шкуру. Все. Не так уж и плохо, мистер Морган. Для вас частенько называли мясником. Знаете, можете обменять или продать это в любом городе. Если, конечно, вас интересует законный заработок. Черт, первая достойная охота Артура Моргана за столько лет. Да, только мы тебя не живем. Это точно. Приготовьте хорошее рагу. Им крепко досталось за эти дни. Да, согласен. Людям действительно досталось много всякой хрени за все это время. Ну что, друзья, сегодняшний, наверное, ролик. На сегодня мы с вами закончим. Мы с вами узнали, как охотиться, научились пользоваться луком. Можно так сказать. Ну, пойдем погреемся, что ли, а то что-то он у нас... Бедный Артур. Немножко подзадубело, это видно. Вот, сейчас немножко погреемся. Хоть немножко оттаем. Давай. Пока у нас оттаивает Артур, мы с вами попрощаемся. До новых встреч. С вами был Дмитрий. Вы были на канале Реальный Let's Play. Это была игра Red Dead Redemption 2. До новых встреч. Пока-пока.